Привет, народ Ютуба. Посылка у нас сегодня на $54. Судя по ощущениям, пистолет. Сейчас увидим пистолет. Вот и наш пистолет. Это не мне, у меня уже есть такой аппарат. Опять-таки ребята просят, я заказываю. Да, это пирометр. Кое-какое описание на английском языке. В общем, характеристики, как правильно замеры производить и какую температуру ожидать от всего этого. Ну и характеристики. Также я оставлю ссылку в описании. Можно зайти поподробнее почитать. В общем, так. У нас здесь не очень-то и много всего. Тоже напоминание о характеристиках, чтобы вы не забывали. В общем, главное, чтобы прицел не сбитый был. Иначе будет сложно вычислить. Ну и здесь подсветка экрана. Выбираем Цельсия или Фаренгейты. И включаем или выключаем лазер. В общем, кнопочку прицелились, кнопочку нажали и вперед. Здесь у нас две батарейки всего-навсего, что не может не радовать. Батарейки установили. Нажимаем, смотрим. Показывает скан. Показывает, что лазер включен. Теперь температуру показывает, но лазер отсутствует. Еще раз, лазер есть. Фаренгейты, Цельсии. Экран подсвечивается или не подсвечивается. И там батарейка показывает в правом верхнем углу. Ну, сейчас она не показывает, потому что заряд достаточный. До этого я батарейки поставил нехорошие, скажем, слабенькие. Поэтому с правой стороны в углу был индикатор, свидетельствующий о том, что батареи были разряжены. Ну и, естественно, лазер не включался. Скажем, вот это мой. Это только что мы получили. В общем, разницы практически никакой, только... На моем кнопки блестят. Видим немножко разницу, да, сейчас точки на виду. Да, 21,3, 21,8. Ну, в общем, я не думаю, что это критично будет. Ну, так показывает, в общем, нормально. Я думаю, претензий нету. Как он устроен? Ну, скажем, разбирать будет довольно-таки сложно. Тут оно все на защелках, скорее всего. Вот. Но это будет в другом видео. В общем, на этом можно остановиться. Красиво получается. Все. Спасибо всем за просмотр. Ребята, лайки, комментарии. И до новых видео. Всем удачи. Пока-пока.